Всем привет! Это видео родилось совершенно случайно. Я просто делал заготовку для будущего видео и столкнулся с ужасными зависаниями iPhone всего лишь от простого звонка. Но обо всем по порядку. Я совершаю обычный звонок с HTC One на iPhone 5. По задумке для нового видео я хотел показать удобную функцию «Напомнить позже». Ведь часто бывает так, что мы просто не можем ответить сразу. Нажимаю «Напомнить» и выбираю вариант «Напомнить через час». Но, как видите, пока ничего необычного. Однако после этого мой iPhone просто сошел с ума. Сначала он не реагировал ни на какие касания на экране. Я уж был подумал, что телефон просто завис и хотел перезагрузить его. Но тут я попробовал шторку Ctrl-центра, и она выехала снизу. Я попробовал включить-выключить экран несколько раз, но и это никак не помогало. Выдвинув шторку Ctrl-центра в очередной раз, я не смог задвинуть ее обратно. Телефон просто ни на что не реагировал. Я смог вызвать только шторку уведомлений. Что бы я ни пробовал, экран iPhone наглухо завис и ничего не позволял с собой делать. Я уж было подумал, может быть, это из-за того, что телефон лежит на столе, и взял его в руку. Результат тот же. Телефон ни на что не реагирует. Обратите внимание на время. 16:14. Я попозже скажу, для чего это нужно. Попробуем еще раз выдвинуть шторку центра управления. Она нормально выходит, но после выхода все опять блокируется и экран ни на что не реагирует. Если честно, я уже даже начинал нервничать, ведь мы все знаем, что iOS – самая совершенная мобильная операционная система в мире, и она просто не может работать некорректно. Возможно, это просто разовая ошибка, подумал я, и решил позвонить на рядом лежащий iPhone 5C, которому нет и месяца. Супер новый телефон с iOS 7.04, последней версии на сегодняшний день. Нажимаю «Позвонить» на iPhone 5C, и так как мне все же для будущего видео нужно показать, как работает функция «Напомнить», я нажимаю «Напомнить» и выбираю «Напомнить через час». Как вы видите, по времени прошло всего несколько минут. И все. Только что описанная картина с iPhone 5 полностью повторилась на iPhone 5C. Телефон наглухо завис и не реагирует ни на какие касания. Тут уж не скажешь, что предыдущий телефон был бракованный. Получается, что любой iPhone можно повесить обычным звонком, и не нужно быть суперхакером, чтобы самый надежный телефон на Земле превратить в кусок алюминия или пластика. Но не волнуйтесь, достаточно еще раз позвонить на зависший iPhone и принять звонок. Все развисает. Пользуюсь Android-смартфонами почти 4 года и ни разу не видел ничего подобного. Жаль, что у меня нет другого iPhone, чтобы повторить этот трюк с зависанием. Но если у вас есть яблочные девайсы на iOS 7, вы можете самостоятельно проделать эти трюки. На этом всем спасибо за внимание. Пока-пока.